В Хорватии на парламентских выборах после подсчета почти 90% бюллетеней правящая партия, возглавляемая премьером страны Пленковичем, получила около 70 депутатских мандатов из 151. У левоцентристов из блока Давара Бернардичи 42 места и 15 парламентариев представляют движение «За Отечество». Это партия правой части политического спектра. Ее возглавляет бизнесмен Мирослав Шкора. В штаб-квартире движение «За Отечество» результатами скорее расстроена. Да, у правящей партии, партии премьера, больше голосов, чем у нас. У них почти 70 мест. Это, конечно, удивляет, но это результат демократических выборов. У программы Мирослава Шкура оказалось меньше сторонников, чем рассчитывали партийные лидеры. Их даже убавилось в сравнении с президентскими выборами, которые состоялись чуть больше полугода назад. Тут надеялись в том числе на провал левоцентристов, но на некоторые посты в правительстве движение «За Отечество» рассчитывать все же может.